Дело Скрипаля. СМИ назвали место производства яда, лаборатория в Шиханы. По данным спецслужб, в течение последнего десятилетия использовалась для проверки того, сможет ли газ-новичок использоваться для убийств за рубежом. Предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, британские спецслужбы считают химическую лабораторию в Саратовской области. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщила газета «Таймс». Как отмечает издание, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы. Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России. Издание сообщает, что лаборатория в Шиханы в течение последнего десятилетия использовалась для проверки того, сможет ли газ-новичок использоваться для убийств за рубежом. Бывший командир полка химзащиты Хамежде Бриттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным. Ранее сообщалось, что Лондон поделится выводами АСХА по делу Скрипаля. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.